В Ташкенте прошел 4-й международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу. Результаты позволят внедрить в практику инновационные методы диагностики и лечения, улучшить качество жизни пациентов, повысить уровень восстановления их работоспособности и обеспечить эффективное использование ресурсов отрасли здравоохранения. Инновационные предложения по механизмам стимулирования научной и инновационной деятельности, внедрения научных достижений в практику. Своими мнениями делятся ведущие специалисты из Узбекистана, Турции, России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана. Цель нашей встречи – поделиться своими достижениями и обменяться опытом. Рассеянный склероз является заболеванием, которое вызывает беспокойство, хотя и не является распространенным. Конечно, у нас есть предложения, инициативы и научные исследования в этом направлении. Мы договорились проводить данное мероприятие каждый год. Ознакомление с достижениями и инновациями в области интегративного подхода в диагностике, лечении и реабилитации больных с рассеянным склерозом, внедрение в практическое здравоохранение передовых научных технологий. Решение вопросов охватывает дифференциальную диагностику и современные методы лечения данного заболевания. Этот конгресс проходит сегодня уже 5-й день. Как известно, рассеянный склероз во всем мире встречается достаточно редко, как и в нашей стране, однако отличается высокой степенью инвалидизации. Данный конгресс уже 3 раза проходил в Турции. На следующий год данный конгресс будет проходить в городе Баку в Азербайджане. С Самаркандским государственным медицинским университетом. Наш университет в партнерских отношениях давно. Мы дружим с неврологами и очень высоко ценим их профессиональные знания. Надеемся, что подружимся с ташкентскими неврологами еще больше на этом конгрессе. Я ожидаю, что у меня будет дополнительная информация, что послушают те лекции, которые я прочитаю, что у меня появятся новые коллеги, которые будут заинтересованы в контактах. Мы очень открыты к контактам. Башкирский государственный университет – это международного уровня университет, который всегда с удовольствием открыт к профессиональным контактам. Совместная работа с зарубежными коллегами, внедрение в практическую деятельность невропатолога инновационных методов диагностики и лечения путем оказания необходимой помощи будет способствовать улучшению качества жизни пациентов с рассеянным склерозом, повышению уровня восстановления их работоспособности.